Добрый день, участники фестиваля Golden Times. Я Марина Нил Спенсер, член вашего жюри. Сейчас расскажу вам немножко свои впечатления про арт-конкурс. Светлана Пчельникова поставила 10 за птицу. Прекрасная работа. Дальше. Я отмечу самые лучшие работы, потому что очень много было работ. Потом у Светланы Зевахиной мне понравилась работа «Собака». Замечательная. Тоже поставила 10. Высшую оценку. Дальше. Валентина Шевчук. Мне понравились пионы у нее. Дальше. Следующий артист, художник Морозова, 10 за рябину, также 10 за кот и пион и 10 за лодку. Агеева Руфина, я дала гран-при за золотую, вот золотое море, золотого цвета, там три моря было, очень красиво, прям светится работа, гран-при дала, яхты и море. Следующая работа поставила 9 и за голубое море поставила 10. Дальше, Анна Рогатева, 10 за море тоже, за гору 10. Вот мои оценки. Это самые, ну вот как бы по лучшим я пришла с работы. Спасибо огромное за ваше участие. И мы ждем вас на следующих наших фестивалях. Спасибо, до свидания. С приветом из Италии.